Экспозиция охватывает период от торжественного открытия Рязанской публичной библиотеки в 1858 году до наших дней. На выставке представлены уникальные экземпляры иностранных и отечественных изданий XIX-XX веков, среди которых первые книги Рязанской публичной библиотеки. Экземпляры из книжных собраний национализированных помещичьих усадеб, ликвидированных общественных и образовательных учреждений губернии, военных библиотек, пополнивших фонд после Октябрьской революции, издания, полученные в результате книгообмена с другими библиотеками, а также коллекции, передаваемые Горьковке в дар по сей день. Мы старались на ней показать, как за весь период ее истории формировался ее фонд, потому что фонд – это сердце библиотеки, главная ее ценность. На выставке у нас представлено порядка 50 изданий, редких изданий из фонда библиотеки. Это книги 19 и 20 веков, и все они попали к нам в фонд разными путями. Какие-то были подарены в еще не открытую библиотеку, какие-то были поступили к нам в результате книгообмена уже в более поздние годы. Какие-то были вывезены из национализированных помещичьих усадеб. Особый раздел экспозиции посвящен исследовательской и издательской деятельности библиотеки, способствующей раскрытию и популяризации ее фонда. Книжную выставку дополняют копии архивных документов, иллюстрирующих историю развития библиотечного дела в Рязани в XIX-XX веках, и фотографии, отражающие повседневную жизнь библиотеки в 1920-70 годах. Многие из них экспонируются впервые.